Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой уже уверенно действует ложкой и вилкой. Кудрявцева показала, как Маша лопает макарошки. Это что у тебя там? Ну-ка дай. Это плохая макарошка. Плохая макарошка? Что-то она как-то хрустнула странно. Ну, плохую не надо. Макарошку. Огурчик бери, закусывай огурчик. Вкусный. Вкусный. Давай, похрусти. Ой, как вкусно. Ой, вкусно. Вкусно? Ну, это скушала, доедай инжир. Оп! Все? Наелась? Каляку-маляку. Каляку-маляку? Да. А что это так? Где слива. Ты? А, сливу дать? Каляку-маляку. Это слива каляка-маляка у нас? Да. Ну, каляку-маляку ты съела? Нет, фокус-куку. Фокус я покажу. Фокус-покус ей хочешь показать? Да. Ну, придет и покажешь. Сейчас она спустится, скажешь: Аля, смотри, фокус-покус. А что, пальчик из носа вытащи? Это у меня козюлька. Козюлька-то? Да. Ну тогда надо вытаскивать. Вон Аля идет. Тут фокус-покус. Скажи: Аля. Аля, тут фокус-покус. Маша, это фокус-покус хочет показать. Фокус-покус. Показывай. Видно, что Мария Игоревна не страдает отсутствием аппетита и, как часто шутя говорят, любит потоптать за столом. Мария Игоревна, как ее еще называет Лера Кудрявцева, обладает выразительными глазами с огромными ресницами. Поклонники телеведущей с удовольствием наблюдают, как Маша увлеченно занимается с педагогом развивающими играми. Эти ролики привлекают многочисленных зрителей, и все-таки самые свежие ролики, где деловая колбаска уплетает свой завтрак, сделали день многих поклонников Леры Кудрявцевой немного веселее. Смотреть без улыбки на это серьезное создание, занятое таким важным делом, как поедание макарошек, просто невозможно. Так что сегодня у нашей героини в жизни светлая полоска, и мы рады за нее, потому что именно в эти дни она нам дарит такие мимишные сценки из своей жизни, как данное видео с дочкой Машей. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение. We'll be right back.